«Умей помочь» – проект Саровского медицинского колледжа ориентирован на широкую аудиторию. Уметь не растеряться в критической ситуации, оказать медпомощь, провести искусственную вентиляцию легких, перевязать рану или распознать первые признаки инсульта у человека, стоящего с вами, например, на автобусной остановке, важно всем – и школьникам, и пожилым гражданам, и обычным горожанам. Любой гражданин должен уметь оказывать первую помощь. Независимо, имеет он медицинское образование или не имеет медицинское образование. Это вообще наш с вами гражданский долг. Долг каждого человека – помочь в трудной критической ситуации до приезда медиков. Идея проекта давно витала в воздухе. За ее реализацию и претворение в жизнь взялась команда волонтерского объединения колледжа. Проект ребята успешно защитили на городском конкурсе молодежных инициатив. «Умей помочь» разбит на несколько занятий. Первое посвящено искусственной вентиляции легких. На следующих занятиях мы хотим рассказать об остановках кровотечения, о травмах, об ожогах, обморожениях, то есть о травмах, которые встречаются чаще всего. Ну, у нас для каждой категории разные алгоритмы. Проект стартовал 1 марта, в день 60-летия медколледжа. Первыми участниками программы стали девятиклассники 3-го лицея. Ребята с интересом слушали теоретическую часть, отвечали на вопросы, а затем смогли применить полученные знания на практике. На самом деле, меня всегда интересовало, как именно нужно делать первую помощь, потому что это, мне кажется, очень важный навык. И вот сегодня мы узнали одну из видов первой помощи, поэтому меня это очень заинтересовало, и я возьму эти знания надолго. Также проект носит профориентационный характер. Возможно, кого-то из детей, участвующих в этих своеобразных мастер-классах, затронет удивительный мир медицины и поможет выбрать жизненный путь. Участие в проекте бесплатное. Записаться можно по телефону 5-46-50. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.